Поставь нормально. И вы говорите. Привет. Наташа, привет. Поздравляем тебя с твоим днем рождения. Желаем тебе, твоей семье, от нас вот всех. Всех. Чебыкиных и Стоевой. Это, кстати, надо познакомиться. Люда. Алиса, наша дочка. Тёма, наш сыночек. Я, Игорь. Папа. Ну, ты помнишь. Твой двоюродный дедушка. Поздравляем тебя с твоим юбилеем. Желаем тебе всего самого-самого наилучшего. Здоровья. Чтобы дети не болели. Чтобы они радовали тебя своими успехами. Да. Что еще пожелать? Оксана. Всего-всего. Чтобы поменьше было огорчений, чтобы вообще их не было. Да, скажи, что ты там помнишь что-то. Да, что ты помнишь? Ты нам рассказал, что в садик ходил с Наташей. В садик ходил, в гости все время к вам приходил. У вас весело так было всегда. Ира там такая старше же была. Ира-то мы знаем. Воображала, что она в институте учится. А вы еще это, маленькие школьники. Да, мы вас не знаем, потому что мы когда приезжали в Астану, все время встречались с Ирой. И Ира всем рассказывала, что вы уехали в Волгоград, что так у вас там хорошо и весело, а дочка ваша, Оксана, стала артисткой. И мы все время говорим, ой, как интересно, в Москве живет артистка. У нас Алиса тоже хочет стать артисткой. Нет, мы это вырежем. Расскажи стишок. Да ладно. Хватит омороз. Да ладно, ты что? Мы это вырежем, все. Еще раз, при записи. Ну, поздравь, что ты. Ну, Наташа, я тебя поздравляю с твоим юбилеем, 55-летием. Желаю счастья, здоровья и всех благ. Не забывай наш дом, это Астана. Да она не забывает, там у нее сестра живет. Все нормально.